на сегодняшний момент больше 80% проголосовавших. Планируем все 100% проголосовавших. Я думаю, решение будет однозначно. Мы вернемся домой, в Россию, за Россию. Я очень рада, что мы идем в Россию. Мы идем домой. Хочется сказать спасибо Российской Федерации за то, что поддерживает нас в нашем выборе. Донбасс всегда был частью русского мира, поэтому Донбасс идет домой. Мы идем в Россию!